Вы посмотрите, кто у нас сегодня в гостях. Что за расклад? Вы видели, как он именно жестко, уже брутал? Так. Посмотрите, толкается, возмущается. Ты что со мной не играешь? Ты что меня игноришь? Как так? Что ты такой громкий? Рокки! Нет, пошли, пошли, малыш. Тихо, вы посмотрите. Кто у нас такой хрюкалка? Вы посмотрите, кто у нас сегодня в гостях. Его зовут Петя, и ему 8 месяцев. Он щенок в своей стае волков и собак. Это еще масенький поросеночек, которому всего лишь 8 месяцев. Ребята, сейчас будем знакомить. Напишите сразу же, пока еще не увидели реакцию, напишите, как вы думаете, кто как отреагирует. Как Майк, как Лекси, как Рокки будут реагировать на знакомство с Петей, такого увлеченного копателя у нас во дворе. Вы посмотрите, ни на что не отвлекает. Такой у меня хряк холёсый. Она боится. Что за трусиха у нас в доме живет, а? Лекси, ты чё такая трусишка? Глянь, как плохо трусится, как есть. Да, прогнулась вся. Зато Пётр такой уверенный в себе мужчина. Он уже чувствует, это его территория. Лекси, глянь, как у поросёнок. Глянь, как у поросёнок. И хочется, и интересно, кто это? Давай, кто это? А, Майк, с ума сходишь, да, малая? С ума сходишь? Я думаю, можно отпустить. Без ошейника еще страшнее. Вовремя меня ж не оттянут, да? Посмотрите, как она аккуратно. Все, шухер, шухер, где звать братву, да? Че я тут одна на территории воюю? Какой поросеночек, какой поросеночек. Да ну нафиг, что за существо, что за инопланетянин? А Петр вообще, я еще впервые уверенный, такое вижу. Да. Уверенный мужик в себе такой. Какой же ты крутой, ребята. Если у кого-то есть тоже крутые любые питомцы, и вы хотите, чтобы Майк, Рокки, Лекси с ними познакомились, напишите мне ВКонтакте, в Инстаграме, и мы обязательно снимем видосик, засветитесь у нас на канале. Май страшный есть. Псих! Она возмущена, почему такая красивая ленточка у Петра, а не у нее. Что за расклад? Вы видели, как он именно жестко, уже брутал. Просто именно не то, что его территория, а батя в здании. И копает, копает. Он по любасу видел видосик, где мы клад откопали, и знает, что на этой территории нужно копать. Офигеть, не могу с вами не поделиться. Тут я обычно собак ругаю. Ругаю, они оказываются у меня добытчики. Вы это видите? Офигеть! Офигеть! Лекси? Так, ваши варианты, ребята, в комментариях. Что она ему рассказывает? Возмущается или вызывает поиграться? Кто такая смелая уже носом толкает, а? Посмотрите на эту попочку красивую. Какой же он крупненький. Вот это уровень пофигизма, ребята, вы представляете? Так. Посмотрите, толкается, возмущается. Ты что со мной не играешь? Ты что меня игноришь? Как так? Я же дама. Вы посмотрите, толкает, толкает лапкой. Вот это вот называется, вот когда вводите в гугле пофигизм, сразу выбивает фоточку Пети, когда он так реагирует на Лекси. Так, тут наши нычки, она в натуре переживает заклад. Как только он сместился, где она откопала, все, это моя территория. Обожаю! Рокки! 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 Аккуратно!
Нельзя! Ты чё? Ты опасный зверь, Рокки, ты оказывается опасный зверь. Рокки, Рокки! Что ты такой громкий? Рокки! Тихо, держи, Рокки. Спасение. Спасибо. Розочки красивые, но очень болючие и колючие. Да. Так, мы аккуратно, аккуратно знакомимся. Да, вот такой поросенок, Рокки. Глянь, какой классный. Так, Рокки уже такой спокойненький. Что ты там землю мою роешь? Что ты там землю мою роешь? Кто это такой? Так, пойду понюхаю территорию, надо переметить, да, что он там делал. Вдруг он знает, что я не знаю у нас на территории. Вы посмотрите, насколько он вообще красавчик с остальными нервами. Вообще жизнь у него сладенько идет, он даже не знает, видимо, горя и страха. Что когда рядом такой вот хищник, ему все равно на морозе. Что там мне, пусть мне дупу нюхают, какой бы волк рядом ни стоял, а, пофиг. Да? А у кого дома есть какие животные, а? Напишите, у кого максимально экзотические или нестандартные питомцы есть дома. Да или просто набросайте варианты, кого можно было бы завести дома. Ведь поросенок это реально максимально нестандартно и очень мило. Ты так аппетитно жуешь землю, что мне самому аж хочется попробовать. Вот смотрите, как он чавкает. С тобой можно АСМР снимать, да? Кайф. Сроки знакомства у нас не катят, потому что этот охотник не может понять, что здесь происходит. Так, последний раз даю тебе шанс просто понюхать, по-дружески понюхать, или сейчас выхватишь у меня. Реакция Рокки на мне понравилась, посмотрим, какая будет все-таки у Майка. Майки, стоямба. Тут волк побольше подошел. Ля, Майк как Лекси опасается. Вы посмотрите, он трусишка. У нас охотник только Рокки. Ля, играется игрулька. Майки, по-доброму играй, по-доброму. Голос нежнее делай. Нежнее голос надо, нежнее, будет бояться. Ты не как Лекси, Майк, ты у тебя умеешь. Смотрите, какая это игрулька. Только когда 60-килограммовая игрулька, смотрится как-то немножко устрашающе. Так, Майк, аккуратно, аккуратно, да, познакомились. Реально, просто копия Лекси. А чё это ты всё Когда Лекси в тех местах нюхала, нормально. А как мужик подошел, все, я лучше всем телом прикрою свои самые важные места. Майки, отошел. Какой классный поросенок, да, Майки? Ты такого еще даже не видел. Майк. Майк, лежать. Майк. Майк, сидеть. Ты можешь тоненьким голосочком, тоненьким, зная, что миссия невыполнима, но ты супер большой, супер грозный и супер громкий. Сразу же в комментариях напишите, с кем бы еще познакомить собак. Реакция на знакомство с какими животными была бы интересна. Мы, кстати, мечтали завести поросенка, когда еще жили на Рыморской в центре Харькова. Еще до того, как завести Майка, я думал завести большую свинью. Представляете, как это было бы круто и пафосно гулять на цепи по центру с поросенком, а? Он облизывает. Майк, не хочешь чьи-то яйца облизывать? Майк, это что такое? Что за фетиш? Майк! Как это называется, когда поросенка садят на лицо? Есть такой раздел у нас, а? Майк, да ты жопный наркоман. Яйца, дайте мне еще этих яиц. И при этом всем, представляете, какого размера огромный волчара рядом с ним. А Петя все равно на морозе. Все, окей. Все четенько, пока везде перекопаю. Пока везде не перекопаю, не буду обращать внимания на каких волков. Их не существует рядом. Все уже ровненько на выгуле. Охраняет пастух. Если он ест травку, то это точно братан, потому что мы тоже любим эту травку. Вместе зависает. Все, Майк привык. В общем, маламуты у нас дружат с поросятами, в отличие от хаски.
Майк, ну что это такое? Типа, все, моя трава, посмотрите. И просто жевать вместо него. Ты согнал? Такой ты жадина. Майк, ну капец просто, не поделился травой. Вы посмотрите, как он уходить от поросенка не хочет. Пошли, 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 пошли. Нет, пошли, пошли, малыш. Тихо, вы посмотрите, как он подружился. Кто бы ожидал? О-хо-хо-хо. Майк просто нереально тянет обратно, уже прям скучает. Малыш, Майк, нельзя, нельзя, нельзя. Вы посмотрите, да посмотрите задний ход как. Нет, еще, еще. Ну давай последний раз нюхнет, последний раз. Я не попрощался, я не сказал, как ему понравилось. Последний раз, все. Темну понюхал последний раз. Все, пошли, пошли. Просто как не знаю кто дотянул. Вы видели? Такая реакция неожиданная. Все, это крутой, крутой братанчик твой. Да, запомнили. Какой же он кайфовенький. Вы посмотрите на этого поросеночка. Я капец, мне так хочется. Но я понимаю, что это нереально, чтобы сейчас Майк, Рокки и Лекси с ним ужились. Для них он супер маленький. Они пытаются его кусать за ушки. Тык-тык-тык-тык, носик мой холесый. Они пытаются его кушать за ушки, потому что они привыкли, они друг друга тягают за уши. И с ним также хотят играть. А для него это несоизмеримое прям сражение и битва, а не игра получится. Вот так тебе понравилось знакомство с собаками, не хочешь уезжать? Соседи подумают, что вы шашлык делаете. Соседи сейчас будут просто в панике. А что нас не позвали на шашлык?